Пошли. Сюда. Я знаю, где можно обойти. Пошли. Ни хрена себе. Это твои люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Джоэл, помоги мне. Эй, как ты? Выживу. Стойте, солдаты. Вон выход, дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Все, пошли. Нужно добраться до двери. Не ваш день, ребята. Валите нахрен. Хорошо, не шумите. Так, осторожно. Сегодня их много. Хорошо. Thank you.
Уже недалеко. Куда мы идем, Марлин? За мной. Уже близко. Ты как? Силы на исходе, но я справлюсь. Уже близко. Находятся на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Что выносим-то? Я покажу. Джоэл, помоги мне. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали от нее! Эй! Отпусти. Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт! Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, я на это не подписываюсь. Я с ней не пойду! Ты их знаешь? Я знала его брата, Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Я слышала стрельбу.
Что случилось? Цикады. Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Ты же профи. Я просто иду за тобой. Сюда. Внимание! Помощь преступникам карается смертной казнью. Ладно. Не подвергайте себя риску. Немедленно докладывайте о подозрительных лицах. Куда мы идем? Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту. Товар вы по туннелю таскаете? Да. Типа контрабанду? Иногда. А детей водил? Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Глава цикад подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму. И она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Пришли. Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Часы разбились. Не-не. Куда? Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмары. Да, я тоже. Я еще не бывала так близко к границе. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще ты нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин. Жить будет. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем.
Тебе не кажется странным, что Марлин выбрала нас? Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на Безрывье. У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. От хреновина. Кто нас будет встречать? Она сказала, несколько цикад из другого города. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. А долго нам еще идти? Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Давай договоримся. Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что сказал. Да, конечно. Стойте. Впереди патруль. Ну все. Ушли, вылезайте. Давай, Элли. Осторожней. Дочь, конечно, не радует. Охренеть. Я за кордоном. Вот сюда. Так, без глупостей. Но... Вставайте на колени. Сканируй, я доложу. Ладно. Руки за голову. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Так точно. Дай сбежать. Но и хорошо заплатим. Заткнись. Как все задолбало. Угу. Скоро они. Пара минут. Простите! Ни хрена ж. Я и не думала, что вы их убьете. Вот. Смотри. Охренеть. Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется.
Смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели, клянусь. Зачем вас подставлять? Я тебе не верю. Черт. Тесс, беги. Беги! Вставай, бежим, бежим! Твою ж мать! У меня 2 трупа. Повторяю. За мной. Быстро. Соберись, Эли. Бежим по моему сигналу. Бежать по сигналу. Ясно. И бегом. Еще одна пробежка. Готова? Черт подери, сколько солдат. Вон там. Да вижу, вижу. Похоже, прорвались. Проверить траншеи. Не лезьте. Ни черта не вижу. Они точно побежали сюда. Так сказано, топаем дальше. Пригнись, а то заметят. Впереди еще. Любовь гребаные стекали из стены. Скоро мы до них доберемся. Ждите. Черт, пригнись. Пошли, пошли. Жопу! Пусть их щелкуны сожрут. Здесь есть проход. Пролезайте. Так, лезем. Давай, Эли. Ну. Не заметили. Пошли в обход. Ну что там? Слишком много. Жесть. Блин, они совсем рядом. Попробуй отвлечь. Ладно. Да, я слышал. Будь на чеку. Ничего не вижу. Понял, пошли. Вон там. А!
нет! Ну что ты? Эй! Вот черт! Скорей. Убитый! У нас потери! Цепью! Терс, есть идеи, куда нам? Не знаю. Секунду. Куда она ведет? Вроде похоже. Не отставай. Хоть от дождя скрылись. Ну как? Вроде можно пролезть. Отряд Чарли, прием! Стоп, стоп! Опять солдаты. Цель не обнаружена. Вернуть поиски и явиться в сектор 11. Нас пока не видят. Принято. По машинам! Не лезем на свет. Они ушли? Нет, они еще тут. Самое время передохнуть. Джоэл, посмотри, что тут полезного. Слушаюсь, шеф. Тесс, нам сюда через трубу. Вроде тут есть проход. Держись рядом, Элли. Ладно. Стой, стой, стоп, стоп, стоп. Господи. Собираемся, нас отзывают. Возвращаемся к стене. Вперед. Все, свалили. Так, какой у нас план? Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Марлин, она сказала, там своя карантинная зона, и врачи все еще ищут лекарства. Это мы уже слышали, да, Тесс? А то, что случилось со мной, поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашивалась. Я тоже. Тесс, нахрена мы в это влезли? Вдруг правда? Да брось ты. А вдруг, Джоэл, доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет? Я знаю.
Сюда. Пойдем через центр. К рассвету будем у Капитолия. Надеюсь. Сюда. Эй, Тесс. Иду. Его разорвали. Да. Труп еще свежий. Это плохо? Вероятно. Пойдем-ка отсюда. Похоже, они не дождались подкрепления. Щелкун. Жуть. А с лицом у него что? Это значит, он давно заразился. То есть они слепые? Вроде того. Они ориентируются по звуку. Летучие мыши? Как летучие мыши. Если услышишь их щелканье, сразу прячься. Все здание на честном слове держится. Все просто охренительно. Ну-ка, помоги. Ищем припасы. Черт! Вот это же скач! Это точно.
На, подлечись. Благодарю. Ну все, валим отсюда. Что ж такое? Глянь, если там проход. Чисто. Давай, Элли. Ну все, лезь. Давай. Так. Ага. Так. Теперь ты, Джоэл. Давай. Так. Щелкуны? Черт, скорее, скорее. Вроде все. Элли, ты как? Стремновато, конечно. А так порядок. Пошли. Прохода нет. Полезем обратно. Теперь вы, дамы. Давай. Не стой. Строительным лесам, непогода. Что тут опасного? Идем, Элли. Да. Не смотреть вниз. Не смотреть вниз. Все, порядок. Завал мы обошли. Пойду посмотрю. Останься с Элли.
Все, спускайтесь. О, не дает жал. Пошли отсюда. Вперед. Погоди. Подойдет. Элли, помоги, да. Так. Ладно, видишь, все путем. Ага. Спускаемся. Ну, не тормозим.
Можно пролезть. Осторожно. Знаешь, я тут подумала, берем оружие и сможем немного пожить спокойно. Что я слышу? Ведь ты сам всегда предлагал залечь на дно. Да, ты все не соглашалась. Ну, теперь соглашусь. Живем, увидим. Сюда. Тесс, сюда. Из карантинной зоны. Видишь, это не наше. Вон там, видишь? Черт! Мы почти у выхода. Ладно, Джоэл, ты вперед, я прикрою. Элли, держись рядом, не отставай ни на шаг. Угу. Не зевай. Понял. Ах!
Держать. Ну, пошла. Залезай. И куда нам, Тесс? Капитолий в той стороне. Как нам перелезть в грузовик? Найдем что-нибудь. Порядок. Теперь залезем. Вроде того, что меня укусил. У него тоже лицо было. Недавно заразились. Только что стали зомби. А значит, их тут много. Пора валить.
Залезайте. Быстрее. Они близко. Знаю! Так. У тебя что-то на ноге. Жесть. Теперь надо найти выход отсюда. Давай искать. Место подходящее. Значит, у тебя иммунитет? Марлин так считает. А как тебя укусили? Где это видано, чтобы в зоне напали зараженные? Ну, я любила удрать. Я училась в армейской школе-интернате. Любила удрать? Да, побродить по городу. И в торговом центре наткнулась на зараженных. Туда полностью закрыт проход. Как ты туда попала? Потихоньку. Короче, там оказался один такой, как вы говорите, бегун. Он меня укусил. Вот и все. Ясно. Марлин видела, как тебя укусили? Нет. К Марлин не обратилась потом. Странно, что она тебя не пристрелила. Она хотела. Как она там? За нее можешь не волноваться. Тэш. Извините. Идем, не отставай. Что здесь было? Старый музей. Некоторым вещам тут сотни лет. Сейчас пригнитесь. Ну, пошли, пошли! Дойл! Я жив. Я обойду завал. Опять они! Тесс! Бегом! Бегом! Черт.
Пресс. Еле отбились. Нам на ту сторону. Отойди. Наконец-то, нам туда. Только иди осторожнее, она немного...
Ну как, не разочарована? Еще не знаю. Но вид... вид зашибенный. Идем туда. Эй, соберись. Почти пришли. Не зевай. Есть, мэм. Он прямо за поворотом. Марш! Ладно, не отставай.